Ассаляму алейкум, сағылы АТР телеканалының телесердерлері, сабалар қайырлы олсын. Бүгін декабрь, январь айының әнді 14-ші күні, ве саат, Киевде саат 7, Қырымда саат 8. Сіз үшін, сағылы телесердерлер, бұ жанлы студияда мен Ситумер Ситумеров Чалыш Адам. Сағылы телесердерлер, әлбетті ки, яны ел башлады, 2019 ел келді, 2018 ел кетті, ве бүгінгі эфирмы біз кечкен ел олып кечкен вақияларнен музакере етеджеміз ве кечкен елнің нетижелерін біздің мусаферлер еле студиямызға қошылған оны музакере етеджеміз. Сайғылы телесерджілер, сізді біздің жанлы эфирімізге қошылажақ олсаңыз, өз экранларыңызда көрген телефонлар еле біздің бағлана білерсіз. Хатырлатам 067-963-81-30 2. Вайбер вастасынен де бағланмаға естесеңіз 073-419-41-58 ве скайпымызды чалыша atr.tv. Бисмилля деп эфирімізні башлаймыз. Ве сайғылы телесерджілер, эфирімізні Қырым дақасы рубрикасы или башлай джамыз, адетіміз узыре, Қырым гүзелліклеріні сізге көстермеге девам етеміз. Ве бүгін біз сіз үшін қарлы Айпетри дағыны көстермек істейміз, чүнкі шынды азбарда қыш, қар. Базы Қырымның шерлерінде әнделбеттеке қар ұрды, тек арансы жа хавасы келді, ама Айпетри дағында шынды қар тұра, ве анда насыл олған дүлберлікні біз бүгін сізге көстермеге істейміз. Сайлы телесерділер, сейірі тек бөле ғүзел Қырым манзараны қатырлатам. Бүгін невбетімізде Айпетри дағы еді, ве насыл оны ғүзеллікі қар олғанда, бұны бүгін біз сейірі тек, ве әлбетті бізің севімлі Қырымыз әмді язда, әмді күзде, әмді барда, әм қышта да өз дүлберлігі бар, ве Қырым татарлар үшін әлбетті ке бұ әң мұйым шейдір, бұ бізің ветанымыз, ве ветанымызны біз насыл авасы олса да, әрдайым севеміз.
эфирмизны девам этем сагыл телесерджилер ве вадеткенин киби бугун мусаферлерымыз кошулачак эфирмизге. Бугун эки скайпымыз олачак ве бир телефон багымыз олачак ве 2018 сенесинин нетижелерин музакере этмек истередик. Ве шымды бизнен скайпнен багланды сервер чолакчик бо кырым бирдемлигинин фаалы ве онен декабрьнын соңунда олып кечкен невбеттеки кырым бирдемлигинин сон топлашууну музакере этижемиз. Селам алейкум, сервер бей. Алейкум салам, сиздерге сабалар кайрлуу болсун. Аллах разы болсун, жумлемизге кайрлуу болсун. Сервер бей, көремиз шунда машинадасыз, бирге жол алдыңызбы? Я Аллаха сонсуз шүкүрлөр болсун. Иншалла биздин дин кардашларыбызга бир-эки ши сизого кетирдик, аларды жолламага чалышабыз. Онун үчүн бир аз оле ахвалдайык, иншалла оле машинада бага чыкмага чалемиз болду машинадан. Догурсундан шунда машинаңызда сизни көрдүм, тап бирден фикир келди. Алла сакласын, белкиде бир хаза бир ши чыкты Кырымда. Сіз шында айтыңыз, СИЗО-ға кетесіз, сервер бей, асылда білеміз, хоранталар үчін анау передача дейлер, бізін сияси мабуслеріміз үчін аш керекле шейлеріні еламақ үчін сіз айтыңыз шында бұ елдасыз. Асылда нені алалар, ве бізге ағната білерсіз мы, насыл о передачкалар япылалар? Асланда, в сезонарда бродил в нас начали ясах, нас начали ясах бегали, а момент бунда дихать этими гостями. Чунки он брсефер япкан инсан, он колайна тапа. А момент дихать на бушиге бермегестим, бзм аблаларамас, тизелерамас, аларамас, оларга буши кинкеле. Чунки олар оны яян яда автобустан кетирип бүтүн шилерни өз хожаларына жолламага яда балларына жолламага керектир. Бу себептен халкыбыз жардам этип, халкыбыз жардамынан, халкыбыздын дестегинен иншалла бу передачкалар яваш-яваш япыла. Сервер бей, я асылда сіз айтасыз, сабадан эрте көрем барасыз, демек передача япмақ үчін СИЗО-ға оле эрте чықмақ керек ма? Асылында біз енді кечеден чықтық, кечеден бұнда өзімізге сыра алдық. Чүнкі саат 8-де ариза алалар, азыр аризалар, ама саат 4-те, кече саат 3-те адамлар енді язылып башлай жедвелге сыра алмақ үчін. Сервер бей, энде кечейк истеген меузума, біз сізнен кечкен елнің соңында олып кечкен невбеттеке қырым бірдемлігінің топлашуыны музыкере етмек истередік. Сізнен айтыныз, асылда 30 декабрь күні бұ топлашу олып кечті, ве бұ невбеттеке топлашуыда насыл меселелер музыкере етілді, кім келді, іштырақ етті, ве насыл бұ топлашу олып кечті. Альхамдулилля, декабрьдин 30-ында кечкен жылдын эң соңки биздин топлашуубуз кечти. Эр заман кеби бул топлашуубузга адвокатлар, сиясий мабуслердин куранталары, жамаат иштиракчилери ве биздин картлар келди. Ве бул мерасимде эң муим сууаль бул биздин башсарай дин кардаштарыбызга махкеме укуму чыгардыгы 24-нчу декабрьде. О акында чок лафлар болду, чок шилер тарап этилди, аналар тарафтан, хуранталар тарафтан, адвокатлар тарафындан. Бу топлашууда сервер бей, асылда эң муим олган шей не акылыңызда калды ве билейм ки елнің сонки топлашуында белкеде бір елнің нетижелері кетірілген, расылда бұ ақта не айта білер едіңіз?
Elbette bu toplaşıda dekabr ayında geçken bütün şeylerini biz müzakere ettik. Hem de yılın neticelerini tekmilledik. Ve en parlak bu merasimde olgan şey bu biz Müslümanlar terörist degil flashmobunu akılma getirem. Çünkü bu flashmobga tek Kırım'da olgan din kardeşlerimiz degil de Kırım'ın civarında, etrafında bulunan din kardeşler kol tuttu. Türkiye'den, Ukrayna'dan, Avrupa'dan bizim din kardeşler koşulup internette bu akciyanı geçirdiler ve Müslümanlar terörist degil fikrini yaymağa çalıştılar. Ve bu siyasi mabuslerin hukumu çıkarmasına 24 dekabrde Ростовға 100-ден зияде дин қардашларымыз Қырымдан чықты, кетті дестек көстермек үчін. Ве бір анасының лафыны, Дилар ататамызың лафы ақылыма келе, онда айта, мен бұ инсанлары көрен сон, белледім, мен Қырымдайым дей. Демек, бізім халқымызға бұ істеселер дүнияның башқа тарафына бізім дин қардашларымызы Қырым татарларына алып кетселер де, олар ярдымсыз қалмайжақ, дестексіз қалмайжақ. Бұны мен көстермеге істейм ве жемаатыны дәвет етмеге істейм боле әрекетлерге, боле дұрымға. Сервер бе асылда 2018 сене девамында Қырым бірдемлігі насыл ішлер кечерді, насыл акциялар кечерді, демек бір елға бақсақ нені япып ечіштірдіңіз ве нені да япмақ планларыңыз бар ве ненен келеджек ең яқын вақыт оғырашы жасыз? Кешкен сене Қырым бірдемлігі 275 махкемені ачықлады ве оларыны зиярет әтті. Бұ бұйып іш ве бұ іш халқынен бірабер япыла. Халқсыз біз бұ ішіні япамазыдық. Кешкен сене бір ел әвел мұна-мұна бір ел олажақ судаққа бізім топлашымызға басты етілді. ФСБ хадимлері, ЦП, полис хадимлері келіп, бізім топлашуыны вазгештілер. Ондан сон, март айында Нариман Мемедеминов, бізім дин қардашымыз, журналистлерінің координаторы үкім чықарылып, Асханеге отырттылар. Ондан сон, май айысында бізім дин қардашымыз Сервер Мұстафаев Қырым бірдемлігін координаторы айны шекілде Абсханеге отыртылған. Ондан сон Эмир Усейн Куку ашлық тұтты. Бізім апайларымыз, бізім намусымыз деген акция пейда олды. Біз білеміз ке Куламетова Зарема бізім татамыз. Она хачу сат верділер. Ве бұ себептен Қырым мұслымаларда өле акция пейда олды, барып, әргүн она дин қардашларымыз Қырымдан келіп ярдым әттілер. Ондан ғайры август айында Қырым бірдемлігі топлашуларда, ве ондан ғайры бір мектуп масасы пейда олды, онда дин қардашларымыз сияси мабусерге мектуп язмаға чарелері бар. Ве язу метим адландырған бұ акция. Ве дали іштерак еті, девам еті, ве инкишаф еті бұ акция. Ондан сон пек чоқ адвокатларға басқы етті бізім асырге кірмеге істеділер, жамларыны сындырдылар. Ве білеміз ке бізім адвокат Эмил Курбединов о 5 күне Абсханеге алынған. Демек, бұл бір тенденция олақ, енді тек сияси мәбуслер дегілді, оларға қол тұтқан, оларыны қорчалаған инсанлардан да оғырашып башылайлар. Демек, сіз шында айттыңыз, Қырым бірдемлігіні ве оның азаларына базы бір басқылар япалар. Асылда сіз бұны ненен бағылайсыз, насыл түшінесіз, не үшін бұл ФСБ, ЦП, башқа полис хадимлері Қырым бірдемлігіне қаршы шынды базы бөле бір әрекетлер, пис әрекетлер де алып баралар, бұл ненен бағылы? Я әлбетті Қырым бірдемлігіне басқы япыла, бұна орнек Нариман Мемедеминов, Сервер Мұстафаев, Гүлсум Алиева, мен оны қачырттым, она да басқы япылған енді, ведігер азаларға.
Демек, бізден оғырасалар, бізім ішіміз яқшы кете, бізім әрекетіміз яқшы кете, ве қойылған мақсатларына етіше. Қырым бірдемлігі деген тешкіляттан ғайры, Қырымдан доғыры информация көстерген, мен білесем, СМИ яда журналистлер пек сирек. Йоқ десем, ялан олыр, ама сирек. Олары да Қырыма йолламайлар. Ама Қырымда олған вақияларыны, олған шекілде Қырым бірдемлігі бірінші дүнияя көстере, бұтын дүнияя үкіметінің япқан ішлеріні көстере. Оның үшін әлбетті бізім топлашуларға келелер, бізім азаларымыздан, бізім дин қардашларымыздан оғырашалар ве оларға чалышмаға вермейлер. Сервер бе, біз шынды көрдік топлашуда, если башлы қатбабайларымыз да бар еді, олар да сонки вақыт Қырым бірдемлігінің топлашуына келелі, расылда олар о топлашуда іштірак етіп, не айталар, не ақында субет алып барасыз оларнен? Әлбетті, бізім топлашуларға джемат адамлары келе, ве әвел милли әрекетті іштірак еткен инсталар келелер, әмжелер, таталар, биталар, ве олар біздерге біріншіден рух берелер. Мисал үшін Рустам аға Усинов кешкен мерасимде оле айтты, бізім жанымыз рад, бізім күрешімізні девам етмеге инсанлар бар. Оле сөзлер біздерінің рухландыра, ве біздерге бір энергия бере, бізім ішімізні девам етмеге. Башқа тараптан бұл бізім дин қардашларымыз, ағаларымыз біздерге бір өзінің тәжірибесіні біздерге көстерелер, бір өз үкметіні бізе берелер. Насын шекілде бұл силяқсыз күрешіні девам етмеге. Олар өз яшайшындан орнек кетірелер, өз яшайшыны қатырлайлар. Олар насын әрекетлерден өз күрешінде көріштілер, бұл әрекетлеріні біздерге көстерелер. Біз бұтын шейіні көз оғыне алып, әлбетте бізім ішімізні да яқшы, да үй шекілде япмаға тұрышамыз. Сервер бе, сіз шынды айтыңыз, бізің қартларымыз, милли әрекетінің іштірақчелері, өз омыр хаятынен бөлішелер, өз силясыз күрешінен бөлішелер. Асылда, насыл сіз көресіз, оларының вақытында совет өкімет дәуірінде Қырымға қайтмақ үшін күреш ве бүгінгі күнлерде кеткен күреш арасында фарқ бар мы, жоқ мы? Ве оларға япылған басқылар ве шынды япылған басқылар бар мы? Я да бұ дәвлетінде да бір яңы ұсулар ұйдырып шығарды? Біріншіден бұл үкімет, совет үкіметінің мирасшысы, оның мирасыны бұтылын шейіні алды ве бұл піс күрешіні да өзіне алды. Ама Аллах Субхана ва Тааля Куран-ы Керимде буйра, «Ля юкәлліфу Аллаху нафсан илля усаха». Аллах ічбір заман бізім сұртымыза біз көтерелмеджек юкны юклемей. Әлбетті, 50 йыл, 60 йыл, 30 йыл әвел башқа бір имтианлар барды, шынды бұл имтианлар біраз башқа формаға чеварылды, ама айны шекілде бұл ішлер япыла. Мисал үшін бізім әждатларымызы сатқын деп адландырдылар, оле лағап тақтылар, ве бұл лағабын ардындан бізі ветанымыздан шығардылар. Шынды есе айын шекілде бізім ұстымызе террорист, экстремист ве башқа дегер лағап асып, бізні басайлар, бізні тентуф етелер, зиндандарға отырталар. Ве демек бір тек формасын деніштірді. Біз Қырым мұсулман, Қырым татар олдығымыз үчін бұл басқы озымызде дуямыз. Весонки сувал сервер бе асылды енді 2019 сенесі келді. Бұ сенеден не беклисіз ве Аллах Тааля Раббымызге насыл дуалар япасыз ең істегеніңіз недір? Біріншіден мен кешкен елім нәтижесіні чеккен сон сейім айтмаға бұтын қалқымызда кешкен сенеде оған вақияларының көз оғыне алсам, де насын біз бұл вақияларының кештік, башымызы егмейіп, мен бұна шашайым, насын бұл күчік қалқ, күчік милет бұл бұтын имтианларының кешті. Оны біз бераберлікте бір-бірімізе дестек көстеріп, бір-бірімізге ярдым етіп кештік.
Башка yolumuz yok, bir-birimize tek destekten, yardımdan bu imtihanlarını geçecekmiz biz. Elbette umutumuzdan kesilmeyik. İnşallah yaxşı haberlerge, yaxşı gelecekke umut etemiz ama kureşke hazırmız. Ve Allah-u Teala bizlerge nasıl imtihan hazırlasa da o imtihanlarını inşallah cemaatinin yardımından, imanından, Allah'ın yardımından geçmeye hazırmız. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kene öyle buyura. Yeterli Allah sizlerge yardımcı gibi değil. Allah bizim yardımcı olsa başka birisi bize bir zarar getiremez. Onun için halkımga davet etem imandan, duadan, Kur'an-ı Kerim ve sünnette göre yaşayışını yaşayıp kureşimizni devam etmege. Çok sağ olun Server Bey, bizden bağlanganınız için Allah daima işlerinizde yardımcı olsun ve bizim halkımızga yapkan hareketler Allah Teala sizin olar için çoktan çok ücretler bersin ve elbette siyasi mabuslarımız tez vaqtı tez saatte öz evlerine öz horantalarına qaytsın deyip dua etemiz. Çok sağ olun. Аллах разы олсун. Сайгыл телесергилер, хатырлатам, шынды бізнен скайп или фаал сервер чолақчық бағланды ве онен біз кечкен елінің сон кехірін бірдемлігінің топлашуын музакере еттік. Шынды исе, яны хаберге кечмек истейм, язықлар олсун, яны сене даян башланды, ама энде кечкен афтаның джума куны Қырымда Ақ Шейх деген койынды бірқач тентуф олып кечкен, асылда бұ тентувлер ненен бағлы еді, келіңіз азырлаған видеолевхада сейір етейік. Қырымда саба саат 7 бұчық. Ақшайқа сабасында көвечілер үш қырым татарының евіне сұрып келді. Өзлеріні экстремизмге қаршы меркезінің хадимлері деп танытқан. Сервер Бариев тіш әкімі. Көвечілер оңа Русияда еса қытырген Хизбут Тахрир тәшкілятына аляқасы бар деп, тәшкіріп кечірмек үшін мақкеме қарарыны көстере. Бариев айтқанына көре, жғалжилер озыны тәжавузи алып бармаған. Если смотреть по происходящему Крыму, можно сказать, это обыск прошел мягкой тональности, потому что все открывал, я показывал сам. Еще какие вопросы были заданы касательно моей собственной участия в партии Хизбут Тахрир. И сказали, наша задача лишь принять то, что вы скажете, как бы с росписью, и все, на этом наша работа закончена. Тентюв бірсад девам етті, лякен серверінің әвінден көвечілер бош колуңен чықты. Бұнен берабер тентюв дабыр қырым татары құруджи Эрнесті Мирасановның әвінде өткерілі еді. Ижғаджилер өзлеріні тұтмады. ФДР шейіна Ақтар Тонтер етті. Они начали проводить следственные мероприятия на кухне, потом перешли уже в последующем там ванную, детскую, в спальню, в зал. Да вот нету здесь, только вот так могут. Вот. Ничего не нашли. Вот. Ничего не подкинули. Также они посмотрели компьютер. Вот. И когда посмотрев компьютер, они сказали, что здесь тоже ничего нету, чисто все. Сонки оларак Тентюв Осман Османовның эвінде кечті. Ижгалжилер экстремистик эдебият кыдырып, Османовның Хизбут Тахрирге алякасы бармы, йокмы білмеге тырышты. Лякин нафиле, Османов провокацияларға уймады. Посмотрели, ничего не нашли. Вот, пытались задавать вопросы, на которые я отвечал, что без адвоката я не буду отвечать ни на какие вопросы. Вот, пытались задать вопросы, какую идеологию придерживаешься, на которые я отказался полностью отвечать вопросы. Ничего я не подписал. Қырым адвокатлары, бүгінгі тентювлер, қырым татарларыны қорқызып, экстремист оларак көстерілмелері үшін нәвбетті кентілу деп сая. Эти люди, скажем так, состоят в группе риска, как те, которые имеют свою точку зрения и которые не побоятся его высказывать. Таким образом идет определенный посыл, что к любому крымскому татарину, к любому мусульманину в дом могут прийти с подобным следственным мероприятием. Нет никакой гарантии, что ничего не подкинут. Нет никакой гарантии, что после данных следственных мероприятий не будет возбуждено уголовное либо административное дело. Ижгалжилер қырым татарларының әвлерінде Русияда еса қытылген Хизбут Тахрир тәшкілятына аляқаларыны таздықлай білген избатлар қыдырды. Лекен бір шейтап майып кетті. Қырым татарлардан бір кімсе, олар кенеді қайтып келе білгеніні естесіна етмей. Милена Амеди, Заман, АТР.
Сайлы телесерділер, сейретті қазырлаған видео Левханы. Язықлар олсын, кентін түвлер кенеде башланды. Ве бұны, ве башқа хаберлеріні, янасыл хаберлері олып кешті. Кечкен авта білемасы да бір аджынылықлы вақия олып кешті. Қырым адвокаты Эмиль Курбидиновге дан яны басқы пейда олды. Хабер олғанна көре, оны қырым адвокатлары коллегиясындан чехармақ істелер, ве андан да оны чехары полсалар, о адвокат лицензиясын джояджах. Ве бу ақта біз Эмиль Бенин бағландық, ве бу меселені тафсилятлыже онын музакере етмек істередік. Эмиль Бей, селям алейкум. Алейкум селям. Сабалар хайрлы олсын. Эмиль Бей, вот мы начали обсуждать тот вопрос, то, что на прошлой неделе вот от вас в четверг вышла такая информация, она, конечно, очень печальная и горестная, что Минюст предписал, насколько я понимаю, Крымскую коллегию адвокатов исключить вас из коллегии, а это вот несет под собой, скажем, своего рода последствия, то есть вас могут вообще в результате лишить адвокатской лицензии. Скажите, пожалуйста, об этой ситуации поподробнее нам расскажите, что это за процедура и каковы ее вообще возможные последствия, законность этой процедуры. В конце декабря 2018 года в мой адрес поступило предписание Минюста, в котором коллегию адвокатов, где я состою, обязывали меня исключить в связи с имеющимися в моих действиях признаками экстремизма. Здесь речь Минюст вел о судебном решении, которым в декабре 2018 года меня арестовали на 5 суток. То есть я получился такой адвокат-экстремист, который не может состоять в коллегии адвокатов. Конечно же, если по предписанию Минюста я буду исключен из одной коллегии, то никакая другая коллегия меня не сможет принять, иначе получит такое же предписание, да, этого же Министерства юстиции Республики Крым. Эмиль Бей, вот для ясности расскажите, пожалуйста, то есть получается любой адвокат, который работает на территории России, он хочет, не хочет, должен входить в состав какой-то коллегии, чтобы он мог считаться адвокатом и работал? Или вот какая-то неясность у меня в этом вопросе? По закону об адвокатуре любой адвокат, который получает статус адвоката, удостоверение адвоката, должен в течение 3 месяцев определиться с той формой, в которой он будет работать. Это коллегия адвокатов, бюро адвокатов, юридическая консультация, либо адвокатский кабинет. То есть он должен облачиться в определенную форму, если проще говоря, и начать работать. То есть, получается, адвокат, который хочет работать на территории Российской Федерации, хочет он того или нет, он должен вступить в какую-то адвокатскую коллегию и уже будучи в этой коллегии, так сказать, вести свою деятельность, так? Конечно, да. Либо вступить в коллегию, либо учредить с кем-то коллегию, либо создать вот свой адвокатский кабинет. Адвокатский кабинет подразумевает, что адвокат вот один работает в своем адвокатском кабинете и спокойно ведет свою деятельность. Угу. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вас из-за так называемых экстремистских настроений пытаются исключить из этой коллегии. Известны ли случаи, юридическая практика того, что вот по подобным обвинениям уже кого-то исключали или нет? Если не по таким обвинениям, то по каким другим обвинениям вот подобные ситуации исключения были уже в юридической практике? Знаете, я вообще не нашел практики, где именно по предписанию Минюста за признаки там экстремистской деятельности из коллегии бы исключили адвоката. Вот такой практики я вообще не нашел. Единственное, по предписанию Минюста было несколько адвокатов, двое, по-моему, исключены, это в Белоруссии. Вот там такое практикуется, и там было именно по предписанию Минюста 2 адвоката исключены. Алло? То есть, получается, это как своего рода вот новая практика юридическая в Российской Федерации. Мы видим то, что в последнее время идет постоянно нарастающее давление на адвокатов, общественных защитников, то есть тех, кто имеет свою отличительную точку, отличающуюся от
позиции государства. Скажите, пожалуйста, Эмиль Бей, вот уже не первый раз вот ваш адрес идут вот подобного рода давления, и это, естественно же, становится известно всему миру. Известна ли какая-то вот реакция международной общественности? Может, какие-то зарубежные коллеги вам звонят, либо какие-то вот действия предпринимают? Вот интересно знать обратную сторону, как мир реагирует на то, что происходит сейчас с вами и теми, кто попадает в подобные с вашей ситуации. Да, за эти вот несколько дней мы увидели огромное количество обращений и заявлений от международных правозащитных организаций, в том числе организаций по этому поводу, конечно, с осуждением такой политики давления на адвокатов. И мы вот сами обратились и планируем еще обратиться в ряд международных организаций, при ООН, ОБСЕ и Европейский суд по правам человека. Вот. Но реакция, слава богу, есть очень такая мощная, да, можно сказать, потому что с каждым арестом и с каждым случаем давления на адвоката все больше и больше моих коллег, правозащитников международных, обращает внимание Российской Федерации в том числе на то, что это вообще недопустимо, это переход уже всех красных линий, так скажем. Вот вы сказали, что подобное исключение вас с адвокатской коллегией инициировал Минюст. Как вы считаете, то, что Минюст таким образом поступил, можно ли связать с тем, что это вот какое-то решение, спущенное сверху, дабы вот найти какой-то новый способ по противодействию вот адвокатам, которые работают в Крыму? Безусловно, это прямое и неприкрытое давление и вмешательство в профессиональную деятельность адвокатов. Я считаю, что Минюст в этом случае всего лишь инструмент, которым решили воспользоваться в данном случае. И это не только давление на меня, да, это создание определенной практики, вот на моем примере. Это очень, как я говорил, уже опасный прецедент. Я думаю, что все коллеги, все адвокаты в Российской Федерации должны обратить внимание вот на такую попытку лишения статусов, не статусов, а вот выведения из коллегии адвокатов. На самом деле это очень интересная ситуация, и буквально сразу после того, как вы были задержаны второй раз, на так называемом крымско-татарском телеканале «Миллет» была передача, и вот в ней обсуждался вопрос вашего задержания. Вот один из адвокатов, который тоже принимал участие в данной передаче, он как-то невзначай сказал, что вот крымская коллегия адвокатов, я уверен, что на подобного рода действия отреагирует. Я вот еще тогда удивился, думаю, как подобного рода, собственно говоря, открытое давление еще крымская коллегия адвокатов отреагирует. То есть, на мой взгляд, это вот своего рода, наверное, спланированный акт была, то есть первое задержание ваше, административный арест, второе задержание, административный арест, и в результате, получается, они сформировали так называемую придуманную, вымышленную причину, по которой теперь со стороны государственных органов, в частности Минюста, вас пытаются отстранить. То есть это вот своего рода такая продуманная стратегия была, получается, да? Ну, может быть, конечно, я не исключаю это, и все как бы на это указывает, и очень на это похоже. А как вы собираетесь, Эмиль Бей, этому противостоять? То есть есть ли какие-то механизмы? Я понимаю, что это вот уже по сути вот открытая борьба независимых адвокатов и государства. То есть какие инструменты вы в частности сейчас рассматриваете? У нас есть правовые инструменты как внутри национального законодательства России, есть международные, да, инстанции. Будем обжаловать на всех уровнях, и наша задача также не допустить применения такой практики в отношении адвокатов. Вот. Мы, конечно же, должны пройти сначала все национальные инстанции, обжаловать вот это предписание Министерства юстиции, потом дальше пройти по всем этапам в судах. Вот, и потом уже выходить на международные судебные инстанции и другие инстанции и организации. Эмиль Бей, еще хотел бы несколько вопросов задать по тем делам, которые вы ведете. Вот, в частности, на днях поступила новость, то, что ребята по Ялтинскому делу были этапированы обратно с Ростова в Крым.
И уже почти 3 года, кажется, они вот, над ним идет судебный процесс, судилище, даже это судебным процессом это назвать сложно. Скажите, пожалуйста, с чем связано то, что опять вот это ихнее дело вернули на доработку? И вообще были ли какие-то прецеденты, чтобы какое-то дело вот 3 года тянулось и еще не видно света в конце тоннеля? Ну, по прецедентам я вообще считаю, что это беспрецедентный случай, когда дело такого рода Ростовским военным судом было возвращено на исправление там ошибок, как вы сказали, на доработку и доследование прокурору. Прокурор вернул его обратно в ФСБ. Ребята этапировали из Ростова в Симферополь. Сейчас они находятся здесь. По логике вещей, значит, следствие должно, как указал суд, проверить на наличие состава преступления по первой части не только Муслим Ага, да, который обвиняется по этому делу по первой части как организатор Ялтинской ячейки, но еще Инвер Ага Бекирова, это МЧС Краснокаменки, который обвинялся по второй части, суд усмотрел в его действиях не только участие, но и организацию деятельности ячейки, и вот из-за этого вернул. Все вылилось в то, что ФСБ крымская буквально за короткий промежуток времени, буквально за несколько дней, просто добавила один абзац в обвинительное заключение в обвинение, что Инвер Бекиров, оказывается, не просто участник, а еще и организатор ячейки второй, наряду с Муслим Ага Алиевым. Вот. И сейчас пытаются быстро-быстро все это оформить и обратно отправить в Ростов. Угу. То есть на основании тех же материалов вам могут и вторую часть сменить, и в первую часть сменить. На основании одних и тех же экспертиз и разговоров вас могут обвинить в захвате власти и так далее. Но это абсолютно абсурдно. Абсурдно. Угу. Скажите, пожалуйста, вот ваш подзащитный в рамках этого уголовного дела, Вадим Сирук, он, была такая информация, что и находясь в этапе с Ростова обратно в Крым, находился в какой-то карантинной зоне, и сейчас, находясь уже в Симферопольском СИЗО, он также находится в карантинной зоне. Что это такое и за что, собственно говоря, туда могут вот садить? Ну, карантинные камеры, сами заключенные называют их транзитные камеры, вот, это камеры, куда вновь прибывший, так скажем, обвиняемый и подозреваемый помещается на некоторое время, дабы проверить его здоровье там и по другим причинам. В принципе, это нормальная практика. Единственное, Вадим провел 2 недели здесь, в Симферополе, сейчас он уже в общей камере, и в Ростове, он сказал, что в Ростове, говорю, в Краснодаре, все время просидел в такой карантинной камере. И еще добавить хочу, что в Симферополе эта карантинная камера, она просто ужасная. Она находится в полуподвальном помещении следственного изолятора. Вы знаете, что следственный изолятор в Симферополе строили еще там незапамятные времена при Екатерине, если я не ошибаюсь. И там система, канализационная система тоже соответствующая, устаревшая. И как мне рассказывали, не один мой подзащитный, вот в этой транзитной камере пол наполняется просто вот всеми сливами, которые идут сверху со всего СИЗО. Вот такие ужасные условия в этой транзитной камере. Не знаю, сейчас поменялось что-то или нет, но это одна из самых ужасных камер, которая есть в следственном изоляторе. Угу. И, Эмиль Бей, последний вопрос. Вот буквально до того, как мы вас включили, мы смотрели сюжет о том, что в пятницу в Крыму прошли вновь обыски. Странная на самом деле ситуация, то есть уже какие-то новые тенденции, вот я лично наблюдаю, как будто бы в домах этих наших соотечественников, крымских татар, якобы собирались какие-то члены вот партии Хизбут Тахрир, и, собственно говоря, вот какой-то новый обыск с новой темой. Скажите, пожалуйста, с чем это связано, и как вы считаете, для чего это делается?
Ну, в корне ничто не меняется, меняются только методы, а делается это для того, чтобы оказать определенное давление на активистов. Я лично знаю, что вот, у тех, у кого проводили обыск, они являются, по-моему, операторами Крымской солидарности. Я не раз видел этих ребят на Крымской солидарности. Вот. Это вот звенья одной цепи, да, Аллаха чох шукур, их не забрали. И у них там не поизымали технику или какие-то предметы и так далее. Ну, вот. Но посыл был дан. Был посыл дан такой, что тяжкое преступление, да, собираются члены организации, за которую в России дают 17 лет и пожизненно, и 9 лет, и так далее. Вот. Вот такой посыл был дан этим ребятам. Как бы цель, она не изменилась. Это продолжение давления на активистов, на крымских татар, крымских мусульман. То есть, получается, это своего рода, вот можно назвать, сигналы, знака, что мы за вами наблюдаем? Конечно. Так это можно расценивать? Конечно, конечно. Чох сау олам, эмиль бей, Аллах джумлемызден сызнен разы олсын, ве бутын халқымызнен разы олсын, ве әлбеттеке тілемі сізге буағыр вақытта өз ишіңізні девам етмеге, ве халқымызға дайма ярдым көстірмек, ве біздің сияси мабуслеріні хорчалап апислерден шығармаға. Чох сау олам. Чох сау олам. Сайгыл телесерджилер, хатырлатам бізнен шынды скайпнен Эмиль Курбединов бағланды, ве оны адвокат лицензиясыны алмақ истеген меселені музакере еттік, ве Аллаға эпіміз халқ еле дуаджу олайық, бізін адвокатларымыз дайма, бізін ветандашларымызын хорчаламақ үшін Аллах тааля оларға тақат қувет берсін деп. Ве сайгыл телесерджилер, бүгін Ахмезжитте Эдем Бекировны СИЗО-дан ахаста ханеге алып, оны тибби ярдым бермек кереклер. Білемізке декабрның соңында о, бізін ветандашымыз Эдем Бекиров я қалынған еді, ве оны хабатладылар, насыл санкедерсін тавдан бір ерде сақлаған селя, ве башқа патлав мадделерні. Әлбеттеке білеміз, бұл уйдырылып хабатлав, ама Эдем ағаны саулығы пек фена, білеміз оны бір аяғы йоқ, юрек тарафындан операция япылған, яқын вақытты дадына япылмақ керек. Ве бұл меселені білеміз, көріп отырамыз, бұл енді бірінші кере дегілі, не вақыт бізні ветандашларымызны сизоларда олсын, апислерді олсын, отырған ве хасталық нен чекішкен ветандашларымызны бөле ағыр алға қоялар, ве бұл меселені ве башқа дегер меселеріні біз ақ қорчаладжи Лиля Геймиджинин шынды музакере етмек істер едім, ве онен біз телефоннен бағландық. Селям алейкум, Лиля ханым. Сабалар хайырлы олсын. Лиля ханум, как нам стало известно, вот в конце прошлой недели все-таки добились защитники, адвокаты того, чтобы Эдема Бекирова, обвиняемого вот в хранении взрывчатых веществ, оружия, незаконно лживо обвиненного, человека, страдающего целым букетом различных заболеваний, все-таки должны сегодня госпитализировать в больницу имени Семашко. Мы видим то, что это уже не первый случай, не первый инцидент, когда тяжело больных наших соотечественников, будь то Эдем Бекиров. До этого мы знаем Асан Ага Чапух, пережил несколько инсультов, очень тяжелое состояние здоровья у Кязима Гаметова, у Бекира Гадигерминджи. Мы помним ситуацию, как мучился Арсен Джипаров с различными заболеваниями. Узиир Абдуллаев, у него загноения на ноге были. Ну, во всех этих случаях никогда не оказывалась своевременная медицинская помощь. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с чем это связано? Я
думаю, это связано непосредственно и с финансированием СИЗО и всей системы исполнения наказаний и, в принципе, отношение к людям, которые содержатся в местах изолирования, либо в колониях, либо в поселениях. Само отношение к этим людям со стороны государства — это как к третьему сорту. И люди, находящиеся в СИЗО под следствием, для государств уже, в принципе, являются виновными. Если посмотреть статистику оправдательных приговоров, то она ничтожно мала. Соответственно, если ты попал в СИЗО, значит, ты уже виноват, значит, ты априори виноват, значит, ты преступник, соответственно, ты не имеешь никаких элементарных прав. Плюс то финансирование, которое есть в СИЗО, переполненность СИЗО, оно играет определенную роль в том, что не оказывает медицинскую помощь. Лилия Ханум, ну, я думаю, все-таки, наверное, эта ситуация должна расцениваться как давление на наших соотечественников в плане того, что это уже вот на пытки похоже. То есть человек находится в изолированном состоянии, он не может сам себе никак оказать медицинскую помощь, хотя он остро нуждается в ней. Но при этом администрация СИЗО никаким образом, должным образом не реагирует. Но хотя мы знаем, что вот, буквально вот на одном из судебных заседаний случайно вылезла информация, что на спецоперации по так называемым обыскам тратятся целые миллионы. То есть, если мы посмотрим, то есть у государства деньги есть проводить обыски, есть деньги проводить спецоперации подобного рода, но при этом уже, когда человек находится в СИЗО, выявляется, что у них нет денег какую-то элементарную медицинскую помощь оказать. Все-таки не считаете ли вы, что это вот своего рода принуждение к сотрудничеству, либо вот принуждение к тому, чтобы человек пошатнулся и вот отказался от каких-то своих жизненных позиций? Ну, безусловно, это один из элементов давления на наших соотечественников, но, к большому сожалению, и это подтверждено многочисленными решениями Европейского суда по правам человека, содержание в системе исполнения наказания Российской Федерации является как минимум таким, который обеспечивает бесчеловечное отношение. Дело в том, что наш народ является настолько сплоченным и так быстро и очень искренне реагирует на боль других людей, что в данных случаях это становится гласным, что это придается широкой огласке. И учитывая те дела, по которым проходят вышеназванные лица, естественно, мы говорим о том, что это давление. Но если брать в целом систему исполнения наказаний, то такое отношение, оно применимо ко всем заключенным, а не только крымским татарам. Лилия Ханум, в начале нашего сегодняшнего эфира мы связывались с нашим соотечественником, Сервером Чулакчиком, и мы обсуждали вопрос встречи Крымской солидарности, своего рода вот итоги, которые можно вывести за прошедший 2018 год. Вы тоже активная участница Крымской солидарности. К вам тоже хотелось бы несколько вопросов задать. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, 2018 год по сравнению с 2017 годом. Как он прошел? На ваш взгляд, усилились ли давление по отношению к нашему народу, либо оно ослабло? Вот на ваш взгляд, общую, если какую-то обобщенную характеристику, какую бы вы могли дать вот прошедшему году? Я в последнее время очень часто слышу такую фразу, что 2018 год не является таким напряженным или таким жестким, как 2017 год. На самом деле это не соответствует действительности. Заведенных уголовных дел в отношении наших соотечественников в 2018 году больше. Давайте посчитаем хотя бы самые громкие из них. Это Нариман Медининов, это Энвер Сейт Османов, это Сервер Мустафаев, это Гульсум Алиева, Марлен Мустафаев, это Ирина Мамедова. То есть таких дел стало гораздо больше, чем было в 2017 году. Просто в силу того, что некоторые из фигурантов этих уголовных дел не находятся
в следственном изоляторе, они, может быть, не являются, скажем так, постоянно на слуху, и создается впечатление, что год прошел мягче. Если посмотреть статистику обысков, то она нисколько не уменьшилась по сравнению с 2017 годом. Статистика привлечения к административной ответственности также продолжает сохранять свою растущую тенденцию. Все это дает неполное основание говорить о том, что репрессивная машина не только не избавляет свои обороты, но она уверенно продолжает двигаться вперед. Лиля Ханум, вот вы сейчас сказали то, что по сути вот таким если взглядом посмотреть, может показаться то, что ситуация улучшилась по отношению к 2017 году, но на самом деле статистика, как говорится, вещь упрямая, и цифры показывают, что нет. Но получается, что вот эти репрессии, они немножко трансформировались и изменились их механизмы. Как вы думаете, связано ли это с тем, что в 2018 году в Крыму сменился глава ФСБ, и, возможно, он уже учитывает те ошибки, которые были прежним его руководителем совершены, Палагиным, и какие-то разработаны новые методы, механизмы, которые продолжают создавать давление, продолжают нести репрессионный характер, но они не так явны и очевидно видны, как, скажем, громкие такие уголовные дела, облавы, захваты и, как результат, уголовные дела, которые были, скажем, в 2016 и 2017 году. Безусловно, тактика поменялась в отношении нашего народа. Все те методы, которые применяются сейчас, они направлены на то, чтобы либо погасить ту волну несогласия, ту волну мирного сопротивления, которая в нашем народе есть, либо создать, скажем, такую принудительную депортацию, когда под угрозой возбуждения уголовных дел, под угрозой возбуждения под угрозой надуманных, фальсифицированных дел, люди будут вынуждены покидать полуостров. И, естественно, но тем не менее, в целом наш народ остается стойким к этим методам. И несмотря на поменявшуюся тактику, несмотря на то, что усилилась, скажем так, в информационном пространстве пропагандистская ложь, тем не менее наш народ еще более становится консолидированным, еще более чутко реагирует на и на проблемы своих соседей, своих соотечественников. И таким образом показывает, что в Крыму репрессивная машина, несмотря на те набирающие обороты своего действия, она все-таки терпит определенный крах. Здесь столкнулись криминальные особенности нашего народа, когда в момент трудностей, в момент беды какого-то отдельного человека, эта беда становится болью всего народа и получает реакцию от всего народа. Таким образом, наш народ, он стал как единое монолитное целое. И сегодня, общаясь и наблюдая ситуацию здесь, в крымской среде, можно однозначно констатировать, что даже те, кто сегодня не стал медийными лицами, публичными лицами, тем не менее они оказывают поддержку своим соотечественникам, кто-то финансово, кто-то морально, кто-то психологическую поддержку. И это действительно уникально и является таким феноменальной особенностью нашего народа. Лилия Ханум, буквально у нас осталось 2 минуты, вот хотелось бы на таком позитивном завершить с вами разговор. Скажите, пожалуйста, вот какие позитивные тенденции вы заметили вот в прошедшем году и на что позитивное рассчитываете, надеетесь вот в этом новом 2019 году? Одна из позитивных тенденций, это, наверное, то, что декриминализировали статью 282, по которой привлечены уголовные ответы, не привлечены, а в отношении которого этой статьи возбуждены уголовные дела в отношении Ильины Мамедовой, Гульсум Алиевой, Исмаила Рамазанова.
все это, кстати, декриминализировано. И в ближайшем будущем мы рассчитываем на то, что эти уголовные производства будут прекращены. Но самое для меня яркое и положительная тенденция – это то, что наш народ, несмотря на такой уже достаточно длинный период борьбы, не сбавляет свой темп, и он еще более активизируется. И я надеюсь, что активизация в нашем народе, консолидация в нашем народе, она будет, скажем, такой вот мощный до самого победного конца. Чох сау болуң, Лиля ханум, бизнен багланганыңыз үчүн Аллах ишлериңизде дайыма ярдымчы болсун. Ве тез вакытта эпимиз бирликте бере бирликте мабуслер азат болуп хырымны мажбур болуп ташлаган чыккан инсанлар хырымга кайтып бирликте бере бирликте ветанымызда яшамак Аллах насип эйлесин. Сайгылы телесерджилер, эфирмызның вақты соңына келді. Хатырлатам, саат 8-де эфирмызны Эльвина Сейдбулаева ве заман информацион программасы девам этеджек. Мен ісе сізге жан өректен гүзел ве айдын күнлер тілеем. Сағылық нен қалыңыз.